Он физочка, любимая. 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 Ну, ты такая хорошенькая. Физочка. Ну-ка, давай посмотрим, живот что, отрос у тебя? Нет, еще лысый. Еще не отрос, видите? Вот так вот. Ой, как тут жарко-то. Сегодня, кстати, утро минус 20 было, а днем минус 7. Да, мамзель? А знаете, что я решила? Я решила надрезать каждую конфетку и посмотреть на начинку. Развлечение себе придумала. Сейчас их разрежу пополам, потом еще пополам, потом еще пополам. В итоге соберу одну конфетку и попробую все вкусы. Итак, внимание, ожидание. Аппетитное. Реальность. Вытекает совершенно по-другому. Так, видите, да, разрез. В общем, это конфета с кокосовой начинкой. Со вкусом мыла. Поехали дальше. Так, это. Тоже мыло со вкусом шоколада. Ой, там еще какой-то ароматизатор добавили. Типа что-то амаретто, что ли. Так, поехали дальше. Блин, шоколад невкусный вообще. Такое себе удовольствие. Вот. Ой. Что-то даже это не зашло. Нет, я даже доедать не буду. Не нравится мне вкус. Нет. Короче, красивая упаковка, конечно. Шикарная подача. Но внутри конфеты не очень, ребята. Не советую. Леша, конечно, молодец, выбрал красивую упаковку. Откуда он знал, какой состав, да, какой вкус этих конфет? Вообще выглядит презентабельно, красиво, да? Так прям роскошно, можно сказать, что конфеты офигенные какие-то, да? Ну вот, вкус у них вообще подкачал, ребята. Подкачал. Зато подача какая шикарная, да? Вот так вот с человеком. Человек вроде снаружи хороший, красивый, а внутри открываешь какашка. Ну что, ребятки, я уже накрасилась, осталось только губки накрасить. О, Лешин папа звонит. Все тебя поздравляют, все там внимание тебе уделяют. Блин, это так круто! Ладно, все, лирическое отступление было. У меня здесь ппшечка, гречечка, котлеточки куриные. Ну, правда, немного, потому что меня ждет вечерняя разгрузка. Я просто хочу съесть вкусняшку. Я знаю, что там есть пирожные Павлова. И я не могу отказаться. Поэтому сейчас я по ппшечке вот ударю. Съем. Вот. Конфетами не удалось насладиться. Ну да ладно. А вот. Я даже рада, что они не такие вкусные, иначе бы меня просто разнесло от них. Вот. Все, сейчас я покушаю. Время 2 часа, Тёмка ушел в школу. Я его отпросила со школы после третьего урока, чтобы он ушел. Решили в 5 часов собраться в ресторане, в котором мы уже были в прошлом году. Там где-то такая золотая юрта, там народу мало, уютненько. Машину можно поставить, браненько. В общем, нам там понравилось. Вот. Родителям там главное понравилось. Посидим, поужинаем, прекрасное время проведем. Вот. Всем спасибо за поздравления. Поздравления просто тьма, просто разрывается телефон мой. Я серьезно говорю. Вот. Так что, ладно. Я буду одеваться. У меня один платье, которое уже надевала позатом новом году. Вот. Ну, оно мне нравится, во-первых, потому что рукава закрыты. Сейчас все-таки зима, не лето. Можно было другое платье надеть с открытыми руками. Вот, ну там еще и варианты есть. Но я решила это платье надеть. Во-первых, оно такое село, знаете, это хорошо. Позатом году оно мне тоже нормально сидело, но приходилось живот втягивать. А в этом году мне не придется втягивать живот, потому что там даже не видно складок у меня. В общем, супер круто сидит. Я его вчера померила. Вот, так что шикардозики. Вот, волосы, наверное, наверх соберу. Вот. Так что такие делишки. Так, надела я платье. Вот здесь мне уже не приходится вытягивать, и здесь уже мне свободно. Так радует, что в талии здесь мне свободно. Ладно. Не зря котлеты ем. Теперь мне надо придумать, что надеть на ноги. Приготовила вот эти ботинки. Они, правда, весенние-осенние. Но они утепленные, но в любом случае нормально. Вот.
сейчас фаги Ботфорта не в тему туда буду. Сейчас я померю, посмотрю, как оно выглядит. Может, вот такие те винные сапоги мне надеть, которые хочется. С этими ботинками тоже ничего так. Потому что с этими сапогами хочется платье покороче надеть. Прям не знаю, что делать. Что делать, не знаю. Или то светлое платье надеть со светлыми сапогами. Все равно на машине поедем. Что делать, не знаю. Думаю, может мне светленькое то платье надеть в горошек. Так хочется светленькое. Ну, блин, не в тему, конечно, светленькое зимой. Прям не знаю, что делать. Слушайте, у меня дома сейчас бардак. В общем, вот платье, которое я хотела на Новый год надеть. Но мне не нравятся открытые плечи. Я не люблю платье с открытыми плечами. Вот не знаю, мне кажется, что я такая массивная становлюсь. Видите? Вот. И с этими сапогами как-то не очень смотрится. Сюда к этому платью все-таки подходят туфельки. Ну, вообще, ну никак не сапоги. Это больше летний вариант. Вот. И дилемма. Надеть вот это платье в горошек, которое к сапогам подходит. Вот это платье. Ну, это платье можно надевать не обязательно на день рождения, то есть в любой момент можно надеть его просто, да, как бы оно такое. Это супер нарядное, не каждый день наденешь его. Вот это, ну, тоже такое прикольное. Вот, сзади там цепочка. На том втором канале я показывала это платье. Вот все-таки склоняюсь к этому я платью, к сапогам подходит. Это, видите, оттенок не подходит. Все-таки сюда туфельки подходят, у меня есть туфельки летние, вот они к этому платью идеально подходят. Вот, ладно, короче, надеваю, наверное, это платье все-таки. Это надела. Мне кажется, что здесь нужно большую грудь, прям огромную, и попу побольше. Потому что у меня в этом платье почему-то попа плоской смотрится, не знаю, может, у меня такие заморочки. Но, в общем, я надела как-то, не знаю, что-то не то. Вот, в общем, надеваю, наверное, это платье. Сейчас звонила маме, показывала ей, ну, фотографии сфотала, она говорит... Сюда может белую майку надеть. Я прикидываю белую майку, но она сюда не подходит, она выделяется. Вот, говорит, одевай вот это платье. Но это такое, знаете, как бы на каждый день, можно сказать. Вот, а это все-таки такое тоже прикольное. Спрашиваю Лёши, он говорит, без разницы, цвет одинаковый. Ну вот как вот? Вот платье. Ну, мне не нравится, что граница здесь, это самое, граница. Ног не видно здесь в этом платье. А здесь видно платье, оно как-то лучше сидит, шикарнее, мне кажется. Второе, наверное, пишет. Ну все, я так и знала, что второе. В общем, девчонки и мальчишки, я решила надеть костюм. Ладно, я шучу, просто примерила. Смотрю, как он на мне висит. Оверсайз модно, конечно, но, блин, хочется все-таки быть женственной. Вот как ни крути. Смотрите, какой он здоровый. Мне кажется, он даже на маму мою подойдет. Надо отнести, пускай померит. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я специально сюда подплечики же приделала, что по-другому смотрелось. Была бы ткань более такая плотная, лучше бы смотрелась. Иначе здесь, видите, что получается. Складки некрасивые собираются здесь, видите? Так можно было ходить в этом. Поэтому меня это смущает. Вот. А вроде бы и неплохо смотрится. Штаны вообще, можно вообще даже молчать, потому что здесь, наверное, две меня влезет. Ну что, я решила сапоги эти взять с собой, а надену мамины. Мама мне как-то отдавала сапоги, вот эти теплые. Хоть они и смотрятся, ну, такие, знаете, зато в них тепло. Хотела другие надеть, но неохота, знаете, надевать носки шерстяные, подевать. Сразу в эти залезу, потом приду в кафе и красиво обуюсь. Вот. Конечно, эти такие потешные, у них длина такая, сейчас я покажу. Но они из натуральной кожи зато. Мама их отдала, потому что они маленькие стали. Вот, сейчас покажу вам их. Вот такие сапоги. Ну, а что? Нормально. Как бы бегать. Я раньше постоянно со сменкой ходила на все школьные мероприятия, в институте. Я люблю наряжаться. Всегда переобувалась, переодевалась, наряжалась. Блин, как в последний раз. Вот серьезно говорю. Сейчас Леша придет, поможет мне цепочку надеть. Вот эту, что я не могу ее надеть. Хотела на левую руку надеть, но на левой руке у меня вот эти часы. Они золотистой оправой, вот, фурнитурой. Ну, потому что у меня на платье золотистая цепочка.
Вот, поэтому решила поддержать как-то, в общем, цветовую гамму маникюры и, в общем-то, как-то так. Здесь у меня блески золотистые на одном ногте. Все, я уже на марафете, готова. Надела вот эти сережки, родители мне дарили, не помню, когда, лет, наверное, 5 назад. Цепочку не могу надеть никак, ни зеркалом, никак. Может быть, на левую бы я как-нибудь смогла надеть, но на правую не могу. Сейчас звонила родителям, они уже стоят возле школы, возле Артемкиной. Я говорю, вы что так рано? Время 4 часа. Ну, у меня родители всегда пунктуальные, никогда не опаздывают. Вот. Сейчас Лешкин компаньон позвонил, поздравил, с днем рождения. Говорит, слышала, что у тебя день рождения. Сейчас Лешку жду, не знаю, где он, надо ему позвонить, наверное. Вот. Хотя мы никуда не торопимся вообще. Представляете, сейчас Леша заходит и говорит, что он на телевидение попал, шел где-то там попался, и что тебе спросили? А он так немножко подбегает и говорит, а кто по знаку зодиака? Я говорю, рак. Ну и думаю, такой расслабился, да. Такой, и что? Не буду такого спрашивать. Говорит, а у вас были служебные романы? Я говорю, были. И что? И что она тебе дальше сказала? А когда? Я говорю, 15, может, назад. Ну и там расспрашивали. Представляете? Стоит ли там... Заводить шурмуры. Многие мужчины типа, не любят там чужих детей, а как вы считаете, стоит ли там? Я говорю, да ничего такого страшного не вижу. Там, передал тебе привет, короче, поздравил тебя с днем рождения. Да? Серьезно? А по какому канал-то? Парюс? Парюс, девчонки. Когда будут-то? Когда будут-то? Сегодня сказали, будут смотреть. Да? Все смотрите по телевизору, если что, ссылку скину в описании. Артем, одевайся, пошли. Еще меня спросили, а вы не боитесь, что выйдет когда-то интервью с вами? Да еще неизвестно, что ты там сказал. А вы готовитесь? А нет, мне она говорит, а вы готовитесь оправдываться перед женой за данное интервью? Не знаю. Сейчас посмотрим, что ты там наговорил. Потому что по-другому посмотрим. Дословно ты мне расскажешь или нет. Получишь еще сегодня. Люлев. Зачем ты маску-то надел? Я тебе привет еще передал. С днем рождения тебя поздравляю. Ну вот. Ты же сказал уже. Не, я уже забыл тебя поздравить, если честно. Я пошел. У нее это нормально вообще. Потом вспомнил, что надо поздравить. Такой подбегает девушка. А можно я поздравлю? Да, еще она разрешила? Да. Да? Так смешно, мне кажется, ржачно будет. Надо посмотреть. Да? Интересно. Все в сборе, наконец-то. Время 5, правда. Да это я этого пенала надевал. Ну он лежит. Главное, зашел бы и скинул рюкзак свой, да и все. Он разделся, лег. Кто? Артем. Лег? Еще в школе покушал, он пообедал, сходил. Полчаса приезжал, а что? Представляешь, он пообедать еще успел. Ладно, правильно. Тут 3 урока же, голодный будет, конечно. Дома поел еще в школе. Леша, сними маску. А. Кого-то маски. Я Рибус ко мне подходил. Интервью не убрали, представляете? А че? А я отцу рассказывал, по-моему, или нет? Не успел я рассказать. Когда? Сегодня, что ли? Сегодня в городе, в Галанисске. Ну, там это ведущий какой-то. Ну, там много еще вопросов. А ты отвечал еще, что ли? Да, потом... Да, она со мной вообще начала кокетничать. Нимбом я какие-то над головой рисовать. Тебе? Да ладно. Серьезно? Да, говорит, а вы откуда видите? Я говорю, тут работает. Она говорит, я знаю. А, я потом такой ушел такой, а потом вспоминаю, блин, а может быть это самое надо Лене привет передать? А, спасибо большое. Такой подбегаю к ней, девушка, говорю, а можно это жене? Говорю, это мне сегодня день рождения, говорю, поздравить с днем рождения. Вспомнил. Нормально. Да, я как бы вообще опешил, она меня выскочила с микрофоном сидит. Как это, знаешь, да, с первого канала-то есть это? Да, как ее зовут? Кто? Девушка-то с первого канала-то есть? Как, которая? Олеся? Не Олеся. Какая с первого Оксана? Канала? Оксана. Какая Оксана? Михалева, не Михалева. Кто? На Урганте, на вечернем. Как ее зовут? Ой, я не знаю. Кто это такая? Острый репортаж ведет. Ну, такая... В прошлом году садились соседки. Галь, как же зовут? Блин, я забыла. Санна Михеева. А, Анна Михеева, во. А, ну вот это такая уже, короче, с этим синим микрофоном бегает, блин. Понятно, посмотрим, что там наболтал. А ты что такой? Скучно тебе?
меня, как он вспомнил, говорит, надо, может, ставят. Я говорю, а это можно Жене, говорю, передать привет? Может. Будем дубль записывать? Я говорю, да не, не так зайдет, говорю. Поржали все, наверное, там. А там оператор еще был, да? А? Надо было тебе не думать, тебе сказать. Ну, ты не знаешь, что-то. Я поржал. Чтоб не было сюрпризом, потому что у тебя романы были там наговорил на фигни. Роман, надо вам сказать. Передаю привет моему Роману. Роману? Это и Мариска. А я это ведущий такой говорю. А, говорит, что вы там жене собираетесь на 7 марта? Да я говорю, я не знаю, говорю, я говорю, вообще не говорю, только я всегда говорю, мечтаю, говорю. Он, короче, он и выплеснул ей все свои эти переживания. Говорю, лезь спать и проснула на 9 марта, она там смеется. Каждый день праздник, каждый день подарок. Не, такая сейчас сперва, такая, такая говорит, а вы какого знака зодиака? Я говорю, рак. Ну, значит, сдержанно, иногда харизм дает, да и сильно говорю, сдержанно. А говорит, а у вас были сожженные романы? Вот так вот. Я говорю, ой, я не на то интервью попал, кажется. С чего интервью собрали? Ну, какая-то психологическая передача. Психологическая, короче. Тебе везет. Ой. Что сейчас буду сейчас? Ой. Ой. О. Такой дубак сегодня вообще. Минус 20 ночью. Альтеза. Где? А мы думаем, что ты задерживаешься. Лекс Альтеза. Ну конечно, он там интервью дает, мы его ждем. Он вообще пришел не с той стороны. С какой надо было? Я не буду говорить. Ну ладно. С королевы что ли? Секрет. Проволтался. Нифига себе, тут коттеджи сколько много настроили. Да есть, почему нет? А? Все этого придерживаться то нет. Нет, это мусольник. Едем в лес опять. Итак, ничего не договорились? Рублевка у нас есть своя. Говорите, видали? Преждевременное разрешение. Ну, оттуда же заезжали. Ну, я не знаю, где. Здесь, по-моему, да. Заезд-то вот. Нет, вот так. А, тут нет. Мы заезжали. А, ну, да? Да? А я не помню, где. С этой стороны, вот. Нет, все. И вот стояли мы здесь. Ну, что-то мы мимо прошмыгнули. Или чего так не видели, смотрите. А, точно. Мы выезжали в прошлый раз здесь. Золотая юрта, золотая. Так, тата банкетный зал. Тата это. Юрта, она это. Что, спецобслуживание. Да, здесь Таня. Не работает. Да, ну прямо. Я уже все посмотрела, все работает. А ты звонила? Я не звонила, просто на Инстаграм посмотрела, что не работает. А вдруг там ничего нет? Ну нету, значит, нету. Другую поедем, что проблема. Ничего. Ну что, раньше пойдем. Иди из Бурятии, это возил с Москвы вон. Там, вон, видите, кафе? Угу. Бурятское кафе. И мы то, что ходили, там чисто бурятские блюда. А, мусульманское кафе. Арджун. Какие-то скучатели. Извините, долбанутые. Носители. Красивые. Что ты ждешь, что? Мне нравится здесь. Красивенько. Вот здесь салфетка. Туалет там тоже красивый, мне понравилось в прошлый раз. В прошлый раз здесь сидели, здесь свет красиво падает. А там диванчики, не надо ничего подставлять здесь. Может, туда сядем? Ну, сейчас. Придет. Сейчас решим, что. Ой, а что это за вода? Нет, еще. Здесь так свет классно падает, мне нравится. Что, Тёма, менюшка? Снега много у них? Нет. Стаканы. Что? Цветы. На стол, что ли? А что, да нет. На сюда, к ногам, что? Нельзя к ногам? Давай, подари мне. Подари мне. Может, вон туда, на край поставить, или что? Ну-ка, давай посмотрим, что там. Ой, Валёша, ты, конечно, у нас. Чё? Не такие. Я такие хотела. Ты такие хотела? Да. О, неплохо. Лёш, открывай тут.
Ну, большой. А? Большой. Надо подрезать, не надо. А? Не надо резать. Да не надо дома подрезать. Там положу. Я все положу, человек стоит, ждет. Ну, сейчас, все сразу, все вместе, в одну. Там большая, там ведерко. Вау, они еще даже не распустились. Нет, обалденно. Это же розы, по-моему. Нет, или это устом? Эустом. Да. То есть вообще шикарные. Блин, как они как платье подходят вообще. Сюда вот, давайте. Ой, вот эти вообще прям к платью шикардос. Они, знаешь, как долго стоят? Ну, в прошлый раз долго стоят. Я устал, в прошлый раз они другие были, эти маленькие. Я говорю, другие, нет. Что мне их показывать? Это значит, не то, что надо. Ну, тоже красиво. И стал красивее. Я тебе сейчас сфотаюсь с ними, они красивые такие. Блин, какие красивые-то, а. Вот эти прям вообще шикарные. Вот эти. Тут ты набрал кустов, конечно. А чё? Поскромнее надо было. Весь день думала об этих пироженках, а их нет у них. Их нету, пироженок Павлова. Ты хотела пироженки. Сколько он стоит ресурс горем? Ну нет. В общем, я заказала менее сахаристое, сухое, белое. Снимать тяжело. Германия написано, изготовитель. Ну, надо какую-то приспособить. Так, изготовитель Германия. А? Ребёнка, что? Импортер, да. Российская Федерация. Снизу как-то возникает машина, вот так стоит. Снизу так такая. Лёша, это написано, выращивается виноград в Чили, а это немецкое вино. К салатам, к овощам, к жареной рыбе, морепродуктам. О, видишь, как хорошо подобрала. Я сейчас скажу еще пару. Так, у нас здесь салат с креветками. Да? А там курицы нет, значит, это Цезарь. А где еще один салат? Еще должны с креветками один принести, с курицей. Здорово. Набор. Я вино. Морс наливать. А я там все сразу хочу мне заказать. Морс я разлеем. Не используешь, запить. Нет, я знаю, где. Нет, у меня там где. У Артема подача бургер, он как неизменен своему выбору. Бургер. Салат, еще капуста, морковка, картошка, фри. Туалет от ванны отдельно вместе. В общем, еще какой-то с креветками, салатиком. Да, ты тоже бы ел такое. Там котлетка. Маленькая, что ли? Так, давайте атмосферком. Сниму, никого нет здесь, как обычно. Я всегда свободна 2 числа. К 8 марта, наверное, народу больше будет. Слепни, вот рукой махнешь. Детский уголок, там телевизор. Мне вот там понравился, уголок уютный. Летом задолго сидят. Какой-то BMW увидел тут за окном. Вон, за окном. Да возле Прада, что стоит, который? Да. Хлеб зерновой взяли, цельнозерновой. Такой домашний, сказали. Сами, видимо, пекут. Я думал, будет магазинский какой-то. Отличный хлеб. Мягкий, свежий, не сухой. Я, батя, ты что забыл? Куда ты запрятал? Ой. Я тебе специально кинул один. Забыла, что ли? Салат обалденный, что то, что этот вообще бомба. В пакете же было. Креветки шикарные. Сегодня у любимой дочери день рождения. Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего хорошего, доброго здоровья, главное. Успехов, благополучия. Чтобы любила мужа. Муж тебя будет любить, сын обязательно. В общем, всего тебе доброго. Спасибо. Подарок. Спасибо. Бабушке. Давай. Вон, давай деньги, семейный бюджет. Обойдешься. Она сразу прячет, да? Кара ягненка. Ягненка больше есть, Леша, первый раз сегодня. Что-то мало, кого-то есть тут. Два раза жевнуть. Пахнет. Соус, видишь, брусничный. Как красиво-то. Мы задали, были когда? Так, семга подошла с овощами, гриль. Ну-ка, это ПП. Вот это ПП чистой воды. Что? И это ПП. Что ПП? Что ПП? Я не знаю. Вот у тебя не ПП. Ну, рис какой у тебя аппетитный, Леша. Вкусненько. Я же вино просто про вино забыла. Какая тарелка красивая. Прям вау. Так каждый день бы питаться, на гриле все есть бы, ПП это. Красота. Все вкусно вообще, дом, безумно. Второй раз уже здесь есть, постоянно вкусно здесь.
Только вот пироженки, надо так, было заранее хорошо. Звонить. На 10 лет. Че, бургер как? Поверни нам, покажи мясо. Ну, большой кусок мяса там. Говядина там или что? Нормально бургер. Ну, так здесь вкусно. Второй раз здесь, и все так вкусно. Свечи, говорит, просто... подвесить. Язык проглотить можно. Расскажи, как тебе ягненок на вкус? Мне нравится. Тебе напоминал, что это нормально было. Ну, это главное двигатель. Жесткий, жесткое мясо. Что... Мягкое мясо. Двигатель главное вообще. Я говорю, надо тебе приехать, сравнить этого. Ну, я просто балдею от... от овощей прям супер. Приготовлено вкусно. Что смотреть, куда смотреть? Да, днем рождения. Че это?